Доброе утро, драгоценные. Доброе утро, церковь. И смотрите, какой замечательный русский язык, когда мы можем говорить «доброе утро». И самое главное, что мы ожидаем от каждого утра. Ведь если ожидаешь, что оно доброе, то независимо от обстоятельств, которые будут вокруг нас, которые с нами происходить будут, а все равно, мы, скажите, пожалуйста, у кого все гладко и никогда никаких перипетий не происходит? Есть такие люди, когда вообще ничего есть, слава Богу? Но зачастую мы же, а как Бог с нами работает? А Он нас помещает в какие-то обстоятельства, да? Где, в общем-то, казалось бы, иногда не всегда оно кажется и добрым, да? Но с другой стороны, если мы знаем, что мы с Богом, то любое, что-то Он может обратить в драгоценное. И знаете, вот уже сейчас тоже молились, и я хочу сказать такое небольшое, скажем так, свидетельство. Оно еще на стадии, но оно уже как-то Бог запускает. В 15-м году у моего брата на двоюродного на правой почке обнаружили опухоль. И сказали, потому как она себя ведет, это онкология. И эта опухоль росла, его направили в Москву, должны были делать операцию, удалять почку. Вот. Но у него еще сопутствующий там диабет в такой серьезной форме, поэтому там не смогли делать своевременно операцию. Операцию отложили. Когда он приехал уже в Санкт-Петербург, был опять там на обследование все, у него опухоль появилась и на второй почке. Небольшая, но на второй. И по всем показаниям, как она там росла, говорили, что это онкология. Естественно, молились. И вы знаете, вот у него есть одно такое вот, ну, хорошее начинание, что он, а это не опухоль, это не болезнь, он просто ее на уровне, знаете, по-детски. Вот иногда смотришь, взрослый мужчина, а он очень по-детски говорил, что нет, это не она, это не опухоль, это вот, не знаю что, это не опухоль. И в результате недавно, буквально в этом месяце, в июне он делал томографию, и сейчас проходит опять врачей, и опухоль осталась, немножко уменьшилась на левый 7, на правый, наоборот, на правый 7, на левый там, 2 сантиметра. Функция почек не нарушена, и онколог сказал, знаете, удивительно, она даже уменьшилась, я, говорит, не понимаю почему, но онкология себя так не ведет, это у вас не онкология. То есть сейчас это... Понимаете? И вот дай Бог еще, я просто его благословляю правильным исповеданием, потому что очень много негатива в словах, очень много негатива в мыслях и по отношению к себе, по отношению к людям. И это тоже нам Бог дает такую возможность, чтобы мы не придумывали себе какие-то болячки. Опять же, как пока ты не знаешь, пока тебе кто-то не сказал, многие и не думают, да, об этом. Но когда сказали, начинаются об этом мысли, начинаются об этом какие-то размышления, какие-то начинают рисоваться вещи. Поэтому, дорогие мои, с добрым утром. С добрым утром. Пусть каждое утро у нас будет доброе, независимо ни от каких обстоятельств. И об этом же говорил и Давид, когда какие-то обстоятельства вокруг него, но всегда он говорил, но Господь со мной, Господь царствует. И сегодня мы будем читать 34-й псалом с 1 по 10 стих. И давайте сейчас скажем это Господу, что Он царствует, независимо от того, что мы проходим, в чем мы находимся. Псалом Давида. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяждущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы, восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь преследующим меня». Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся, посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою без вины выкопали ее для души моей. Да придет на небо, на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого.
да впадет в нее на погибель, а душа моя будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении Его. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Аминь! Да благословится Господь в сегодняшнем дне, и пусть каждое утро будет в нашей внутренности добрым, и да будет Господь благословен каждый день во имя Иисуса Христа! Слава тебе, Христос, помазанный, слава тебе.
на троне славы, Христос помазанный, владыка всей земли, царствуешь ты на троне славы. Слава тебе! Христос во мне, я во
Нашему Господу, друзья. Я просто так давно не прославлял Бога, мне так сейчас радостно. Благодать от твоей любви, благодать.
обними меня, Отец, покрепче, чтобы сердцу сразу стало легче. И когда внутри душою штормы, исцели меня своей любовью. Лишь только с тобою могу быть сам собою я. Я сердце открою, пущу в него тебя. Приди в мой дом, войди и царству днем. Один я так слаб, но лишь с тобой силен. Все пройдем вдвоем. Обними меня, Отец, чтобы сердцу сразу стало легче. И когда внутри бушуют штормы, исцели меня своей любовью. Обними меня, Отец, покрепче, чтобы сердцу сразу стало. И когда внутри бушуют штормы, исцели меня своей любовью. Ты скала моя, Господь, ты скала моя, скоя курения. Своей любовью. Аллилуйя, Господь.
Господь, Ты мое дыхание. Без Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое. Без Тебя я не могу. Мой Господь, Ты мое дыхание. Без Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое, без Тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. Осанна вышних я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних я в руке мое дыхание. Без Тебя я не могу. Я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое. Без Тебя я не могу. Превозносить не перестану святое имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, осанна вышних. Хвала Тебе, Господь святой, Господь святой. На моих руках хвала Тебе, святой Господь, Господь святой. Аллилуйя. На моих устах хвала Тебе, Господь святой, Господь святой. Аллилуйя.
поклоняемся Тебе, Господь, поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе, Господь, Господь святой, будь прославлен, Господь, будь прославлен, Иисус. Поклоняемся Тебе, прославляем Тебя. Ты держишь меня, Господь, ты держишь меня, мой Господь. Господь, Ты мое дыхание, без Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое, без Тебя я не могу. Мой Господь, Ты мое дыхание, без Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое, без Тебя я не могу. Возносить не перестану имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна Вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. Осанна Вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна Вышних, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. О, Осанна Вышних, я в руке Твоей. В руке Твоей. Я в руке Твоей, Господь. Господь мой, я в руке Твоей. Спасибо Тебе, Господь, что Ты принял меня в свои объятия, на свои руки, таким, какой я есть. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Слава Тебе, Святой! Слава Тебе, Святой! Слава Тебе! Мой Господь, мой Господь. Аллилуйя, аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Драгоценный Господь, мы Тебе поклоняемся как святому. Мы Тебе поклоняемся как живому, который среди нас. Мы благодарим Тебя, потому что Ты на самом деле среди народа Своего пребываешь. Ты Духом Своим среди нас. Ты мудростью Своей среди нас.
любовью своей среди нас. Ты своей верностью пропитываешь наши сердца. Я благодарю Тебя за каждого человека, кому Ты дал однажды встретиться с Тобой. Я благодарю Тебя за каждого человека, кого Ты сейчас ожидаешь в своих объятиях. Еще есть место, но так немного времени. И я желаю, чтобы каждый человек уже и на этом месте проверил свое сердце, насколько я реализую сейчас программу неба, насколько я отвечаю на мечту Небесного Отца, насколько каждое мгновение моей жизни насыщено Его содержанием. Господь, я благословляю сейчас каждого из нас поговорить с Тобой об этом, чтобы нам услышать Твою коррекцию в нашу жизнь, чтобы нам не пропустить ни одного Твоего замечания, которое исходит из любви сердца Отца к нам. И я благодарю Тебя, Боже, я благодарю Тебя, что мы приходим на это место для того, чтобы просмотреть себя Твоими глазами. Я благодарю Тебя, Боже, потому что небеса, они не просто наклоняются, они дышат на нас. И в этом дыхании мы можем принимать Твою святость. В этом дыхании мы можем принимать Твою любовь. В этом дыхании мы можем принимать Твою принятость. Отказываться от всякой лжи, отверженности. Отказываться от всякой заниженной самооценки. Потому что время Богу действовать наступило. Ему нужны царственные дети, которые имеют царское мышление, которые готовы двигаться на масштаб не потому, что мы, а потому, что Ты. Ты в нас, и Ты повел нас туда. И Ты пригласил нас на те уровни высоты, на которые мы еще не были. Но я благодарю Тебя, Боже, что Ты тренировал нас внизу, чтобы высота нам не повредила. И поэтому мы принимаем от Тебя этот призыв. Мы принимаем от Тебя готовность силой Твоего Духа внутри нас. И я благодарю Тебя, Боже, за каждого человека, над кем Ты тщательно трудишься. О, мой Боже, слава Тебе, любимый. Слава Тебе, святой. Кадош — это Твоя святость. Кадош — это Ты внутри нас. Мы принимаем Твою природу сейчас, Господи. Мы принимаем, чтобы она нас пропитала и отделила от ценностей мира, от системы мира. Боже, я благодарю Тебя, что при Твоей святости мы можем обновлять завет. И Ты отделяешь нас для себя самого. Ты отделяешь нас для Твоей цели. И Ты это уже сделал, и мы просто подтверждаем сделанное однажды небесами в нашей судьбе. Я благодарю Тебя, что весь Твой народ может сейчас соединиться с песней, которая звучит в небесах, которую поют херувимы, серафимы, которую поют небожители, говоря, что Ты святой, что Ты святой, Ты святой. О, Боже, пропитывай нас сейчас вот этой отделенностью от чужих идей, от чужих мыслей, от чужих взглядов, от чужих планов. Пропитывай, Господи, пропитывай сейчас святостью небес. О, Иисус. О, мой Творик, леда билата седа. Твое присутствие сейчас. О, Боже, подними нас там, где Ты. Подними нас туда, где престол славы. Чтобы нам оттуда взять Твое присутствие и размножать его на земле. Мой Господь, на коленях я стою пред Тобой. Наши сердца смиряются перед Тобой. Всю жизнь, Бог мой, буду прославлять Тебя, ибо Ты, Адонай,
святой водой, Господь, меня наполняй. Господь, всякое смиренное святой, сердце наполняй, наполняй святой, собой, любимой. Святой Господь, святой, святой Господь. Святой, святой, святой Господь. Святой, святой Господь. Боже, святость, святость Твоя, это одежда Твоя. Пропитывай нас этой святостью, любимой. Друзья, подставляйте свои руки в Его присутствии, чтобы они пропитывали сейчас природы неба, природы святости и жизни. Господь, пропитывай нас с Тобой, любимой. Пропитывай драгоценной каждую клеточку. Пропитывай нас. Боже, мы не хотим торопиться в Твоем присутствии. Всю жизнь, Бог мой, буду прославлять Тебя, ибо Ты, Адонай, живой водой, Господь, меня наполняй. Святой, 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 Ты живой и творящий. Ты живой и творящий. Ты живой и говорящий, Ты любящий и спасающий, Ты милующий, Ты дающий нам жизнь с избытком. Святой Господь, слава Тебе. Святой Господь. Друзья, когда мы пропитываемся им, тогда наша вера растет. Тогда внутри нас поднимаются Его ростки, Его природа неба. Тогда она становится сильной, чтобы передвигать горы. Тогда она становится в состоянии измельчать горы, превращая их в ничто на нашем пути. И потому Господь предлагает нам сейчас посмотреть, как эта вера внутри нас поднимается. Поднимается. Божья вера. Божья вера, поднимайся внутри нас. Я благодарю Тебя, Господи, что в Твоем присутствии Твоя природа растет. На кого мы смотрим, в того преображаемся. И вера Божья пусть сейчас умножается в народе. Вера Божья, поднимайся. Поднимайся на новый уровень. Вера Божья, поднимайся на новый уровень. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Господь, мы сейчас умножаем внутри себя Твою жизнь через то, что взираем на того, кто был распят и воскрес и вновь грядет. Взираем на тот престол, на котором Ты приготовил для нас места. Благодарю Тебя, Боже. Благодарю Тебя, Боже. Слава Тебе. Слава Тебе. На любую проблему посмотрите сейчас, друзья, как на гору. И мы скажем: верой я сдвигаю эту гору. Верой я сдвигаю эту гору. Она больше не будет стоять на моем пути. Она ввергается в море. На основании Божьего слова, когда Он говорит: если будете иметь веру, хотя в горчичное зерно, то скажете горе сей, и она вернется в море. И твоя и моя гора должна услышать твой голос, если это твоя гора, и мой голос, если это моя гора. И мы сейчас этим горам повелеваем уходить с дороги. Горы болезни, горы неустройства, горы нехватки, горы долга, горы неразумия. Ради я стремлюсь, силы отдать. Благодарю Тебя, Господь. Все, что есть во мне, живет для Бога. Живет для Тебя, Отец, душа моя. Не отделит меня от плана Твоего.
по Нему. Ведь знаю я, кто во мне намного сильнее того, кто в миру живет. Вера сдвинут наши горы, во Христе я все смогу. Я знаю, верой стоять я буду твердо, укрепит меня Господь. Я все смогу, верой сдвину даже горы, во Христе я все смогу. Я знаю, верой стоять я буду твердо, укрепит меня Господь. Я все смогу. Господь, мы все можем с тобой. Тогда, когда в нас живой Христос, мы выпускаем льва на добычу в лице врага. Лев от колена Иудина, который живет внутри нас, поднимайся! Я стремлюсь, и силы поднимайся. Отдаю, и все, что есть во мне, живет для Бога. Никто и никогда не отделит меня от плана Твоего. Ведь знаю я, кто во мне намного сильнее того, кто в миру живет. Верой я сдвину наши горы, во Христе я все смогу. Я знаю, верой стоять я буду твердо, укрепит меня Господь. Я все смогу, верой сдвину наши горы, во Христе я все смогу. Я знаю, верой стоять я буду твердо, укрепит меня Господь. Я все смогу. Господь с тобой, и только с тобой. Мы выходим на любого врага. Даже если он больше нас, он не больше тебя. И мы выпускаем твою природу из нашего сердца, из духа, наполненного верой. Мы выпускаем природу веры живого Бога на все планы врага, и они сгорают. Они сгорают в присутствии царя царей. Они превращаются в пепел. Боже, слава Тебе! Слава Тебе, что Ты пропитываешь нас с Тобой. И с Тобой мы можем все. С Тобой все смогу. С Тобой все смогу. Слава Тебе, любимый. С Тобой все смогу. Ты мой Господь. С Тобой все смогу. Ты защитник. С Тобой все смогу. Ты обезбечитель. Ты отец любящий. С Тобой все смогу. Ты царь, приготовивший для нас наследство. О, Боже! Тот, кто во мне намного сильнее того, кто в миру живет. Тот, кто во мне намного сильнее того, кто в миру живет. Тот, кто во мне намного сильнее того, кто в миру живет. Вера и спину даже горы, во Христе я все смогу. Я знаю, верой стоять я буду твердо, укрепит меня Господь. Укрепляй, Господи. Я все смогу, верой сдвину даже горы. Вера, это твой дар в нашей жизни. Мы благодарим тебя за дар веры. И мы стоим, и волны разбиваются о скалу веры. Слава тебе, Господь, слава тебе. Слава тебе, родной. Слава тебе, что наши судьбы, они в твоих руках. Наши судьбы, они в твоих руках. Друзья, вы можете пока не садиться. Сейчас Никита засвидетельствует, и мы помолимся за исцеление. Кому будет в этом необходимость? Дорогие друзья, Иисус Господь наш, Спаситель, Целитель, Царь мой, Бог мой, Бог твой, Царь твой, хранит тебя до конца. Он страшнее всех врагов наших. Аминь. Вот, у меня 2-3 месяца были боли, такие в позвоночнике, отдавали насквозь. Ну, там долго было все. Минуточку, я скажу, что вчера еще был в больнице. Я еще сегодня в больнице. Вот, у меня, и я еще туда вернусь, чтобы там засвидетельствовать, и я там служу, понимаете, я туда послан. И я туда не просто так, вот, я туда... как священник туда отправлен. Вот. В Мариинской, в больнице нашей прекрасной. Вот, друзья мои,
Мне просто резко поставили диагноз. Я лечил спину, а оказался поджелудочный, желчный пузырь. Вот. И что там, воспаление, камень и стенка утолщенная. Меня срочно отправили. Я просто в поликлинику зашел, меня срочно отправили это самое. А я не сплю там неделю, не сплю ночами от боли. Такая вот боль. Вот. И такие вот процессы. Вот. Ну и вообще давно это длится, просто сейчас вот сильно как бы, это было неделю. На ночной, вот были на ночной, у меня было исцеление. Я пришел с болью, корчился вот на прошлой ночной. Кто был, я корчился, вот, но хвалил Бога, в конце концов кому-то спророчествовал, что-то еще, у меня раз боль в половину упала. Потом кто-то помолился, я сильно-сильно молился на языках. Потом стал танцевать, как здесь сейчас, и вся боль исчезла вообще. А я вот не мог. Вот. Но она потом вернулась. И через два дня, через три дня у меня начался как бы другой пик боли там и так далее. Вот. Но в четверг я получил мощное... Мне послужили очень мощным освобождением. Служением, как бы вот освобождением от бесов. Мне очень хорошо, мне послужили замечательно с семьей моей, с женой. И вот это был момент, когда я ждал и Господь ждал. Потому что после этого можно исцелять. И вот на следующий день у меня боль, и я попадаю в поликлинику, все-таки случайно заехал, посмотрел гастроэнтерологу, а меня сразу отправили. Вот. И там все болело, все было так тяжело. Я вот так вот был. И там диагноз расслоения стенки, там, короче, это хуже, чем камень. Это как бы... И что операцию, скорее всего, придется делать. Я еще позвонил какому-то хирургу знакомому, он мне сказал, что 100 пудов придется делать. Он сказал, что готов, все, будут вырезать. Я после этого заболел еще сильнее. Вот. Но когда за меня молились разные люди, я звонил, и за меня молились. У меня верующая семья, братья, сестры, там еще. И мне, знаете, меня такой смех находил. Сразу дух начинал смеяться. Вот как в больницу попал, так начинает дух смеяться. Дух смеется, боль отходит. Воспаление снижается. Врачи там пытаются там антибиотиками, таблетками снизить, но не очень. А вот от смеха оно, знаете, как раз и все. Раз и уходит, и уходит. И я спал прекрасно в первую же ночь. И еще хорошо. Вот. И потом больше, больше. И потом мы с братом моим молились по телефону. И он молился, и не получалось ничего. Вот, ну, за исцеление несколько раз. Потом говорит, давай причастимся. У меня там был кусочек хлеба, там водичка. И мы начали молиться за причастие. Я вижу Иисуса Христа. Здорово, когда с тобой вместе молятся, когда ты болеешь. Здорово, когда кто-то молится за тебя другой. Кто вне боли находится. Выдернуть надо за эти, за облака, за эти тучи. Надо выдернуть, помочь. Вот. И Ванька меня немножко выдернул, как бы, что хотя бы дух начал молиться. И я увидел Иисуса, такого большого Иисуса, на единороге верхом, белого, такого в плаще. И единорог белый такой. А там толпа, огромная рать, вот эта тьма черная. И она вся бежит от него, а он ржет над ними. Он смеется, и дух мой смеется. Вот я начинаю молиться, когда за меня, за исцеление, я начинаю смеяться сейчас. Мне Бог вот через смех дает исцеление. Прямо так удивительно, у меня вот все здесь начинает трястись, я смеюсь, радуюсь, и исцеление приходит. Вот в ту же секунду, сразу. Вот. И что хочу сказать, что вот это, если ополчится на меня война, или тьма, или еще, не убоюсь, потому что Господь со мною. Они от него бегут, как тараканы, хоть бы их тысячи было, хоть десятки тысяч. Помните, один из вас прогонит тысячи, а двое десятки тысяч. Да потому что Иисус с нами, не нас они боятся. Не человека они боятся. Они боятся Иисуса в нас. Они Его боятся, а Он в нас. Но что Он верен. И я благословляю вас. И я полностью исцелен. У меня еще и позвоночник. У него оказалось, что там серьезный там, достаточно диагноз. Но и он тоже исцелен. Я вот в этот момент полностью получил победу в духе. Еще боль там оставалась, сейчас уже боли нет вообще. Я к вам приехал еще чуть-чуть, что-то у меня болело. Меня отпустили, вот как бы все нормально. Я пообещал, что я вернусь более здоровым, чем уйду. Вот. Аминь. Вот. А чуть-чуть там еще что-то болело. Сейчас вообще, вот я поклоняюсь, славлю Господа, плачу.
И я просто благодарю Спасителя своего. Потому что мне сказали, что вернять придется делать операцию заведующей отделением одной серьезной больницы. По телефону, понимаете? И я, ну, почти принял это слово. Вот. А Бог мне еще открыл природу этих камней и природу вот именно желчного пузыря, потому что его хотели вырезать, типа, что он ненужный. Вот. И мне Бог показал, что камни эти – это камни осуждения, потому что у меня переставала боль тоже, когда я начинал прощать, ну, в данном случае, своего отца. Ну, он мне там говорил какие-то обидные вещи. И я начинал прощать, и у меня тоже как бы вот, ну, после этого как бы приходила хвала, скажем так, и потом проходила боль. То есть я понял, что это камни осуждения. Откуда эти камни берутся? Вот. Камни осуждения. И значит, что желчный орган, получается, вот эта женщина, которую судили, кидали камнями, вот эта притча Иисуса Христа, этот рассказ о женщине, и что это точка суда, этот желчный пузырь. Но это я такое как бы получил откровение. Ну, я так понял для себя. И что это место суда, которым мы судим. Но суд – это не означает выносить приговор. Суд – это там, где мы приходим пред лицо Господа, и там можно осудить, а можно и помиловать. Это и есть суд. И это место как бы суда, место, в котором я могу осудить, и место, в котором я могу помиловать. И получается, что это орган, орган милосердия. Барометр. Милосердие. Орган, органом, которым я оказываю милосердие. И мне Бог вечером дает слово. Лука 6:36. Я открываю, и там написано. Итак, будьте милосерды, как Отец ваш милосерд. Я принимаю это слово и освобождаю на вас. Слава и вот, тебе. И особенно милосердие и прощение всех людей, всякой горечи. Можно я помолюсь? Я хотел еще позвать человека, который хотел засвидетельствовать, уже выйдите, а пока молится. Хорошо. Никита. И вот и во имя Иисуса Христа. Принимайте здравие, друзья. Принимайте не только здравие, сейчас освобождение от горечи и от всех камней, от обиды на всех людей. Господь, эти камни, я сам держал их. Я сам положил камень и положил в этот мешок. Вот. Прости меня, Господь, за эти камни, что я набрал на чужих, на других людей, на христиан, на родственников, на жену, на каких-то других людей. Все это не прощение, горечь, обиды. Господь, мне эти камни не нужны. И тебе эти камни не нужны. Не нужны тебе эти камни. Мы отдаем эти камни Иисусу, оставляем их. Принимаем хлеб небесный, ману твою и золото, елей и вино исцеления. И огромное-огромное милосердие для всех людей, особенно для тех, кто против нас согрешил и виноват, особенно для верующих. Мы всех благословляем, прощаем и отказываемся от права суда и передаем право суда Тебе, Иисус, и просим Твое милосердие для наших обидчиков. Благодарим Тебя, Господь, за все. Слава Тебе. И я освобождаю полное исцеление, полную победу во всех внутренних органах и костях для каждого из нас здесь присутствующих и для наших семей и родов. И покрываю всех нас, и все наши внутренние органы, и кости, и позвоночник, и головы, и все-все-все, все органы, руки, ноги, с головы до ног во имя Иисуса Христа, от макушки головы до подошвы ног, покрыты мы все кровью Иисуса Христа, кровью завета, и Господь верен своему завету, и очищает, обновляет все естество наше для славы своей во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, когда идет свидетельство, принимайте слова на исцеление собственного тела, потому что слова несут в себе благодать. Там, где прошел человек какую-то долину, там есть уже определенный плод. Плод, которым он может делиться. И поэтому, если дерево вырастило плод, и мы съедим его, то оно станет нашей частью. Поэтому, если на каком-то дереве, а Бог сравнивает человека с деревом, сейчас мог Никита быть вот этой частью для нас, благословения, особенно у кого есть процессы, связанные со спиной, с костями, либо вот то, что он сейчас говорил, поджелудочный или желчный пузырь, принимайте, принимайте полноту исцеления. И ваше короткое свидетельство, пожалуйста. Микрофончик. У меня было две операции по онкологии, и предстояла третья операция. И я пришла сюда на молитву исцеления. И операция, и вопрос об операции у меня отпал. И с глазами также были проблемы большие с глазами. И также я сюда пришла, за меня помолились. Вот, и тоже вот, засвидетельствовала, что все у меня
теперь у меня третья еще операция. Но я микрофончик. Тоже пришла, тоже за меня сегодня помолились. Думаю, что и эта операция у меня... Я верю, слава тебе, Господь. Давайте воздадим славу Богу. А теперь, друзья, возьмите ваши руки, подставьте их под дождь благословения. Примите то благословение, которое вам необходимо для того, чтобы полностью быть здоровыми. Господь, я благословляю сейчас каждую руку принять от Тебя эту меру благодати, о которой мы сейчас слышали. Кому необходима свобода и простить любого обидчика, помоги это сделать. Боже, я принимаю сейчас от Тебя эту способность вдохновить людей на свободу от любой горечи, на свободу от любой обиды, любого камня, чтобы отложить эту природу. Она чуждая, она нам не принадлежит. Поэтому во имя Иисуса Христа мы отказываемся от дьявольских подделок, мы отказываемся от Его осуждения, мы отказываемся от Его обвинения, мы отказываемся от того, чтобы обвинять других. Во имя Иисуса Христа мы принимаем сейчас силу, чтобы получить свободу. Мы принимаем силу, чтобы получить исцеление. И я благодарю Тебя, что каждый может сейчас положить руку, теперь пропитанную Тобой, на любое место больное, чтобы пришла свобода. Свобода, Господь. И я благословляю каждого человека свободой от немощи. Свободой от немощи, чтобы принять от Тебя силу благодати, принять от Тебя силу власти, принять от Тебя силу веры, принять от Тебя силу мудрости. И мы сейчас принимаем и говорим: огонь Божий, сходи. Сходи на нас, болезнь, ты исчезаешь под влиянием силы огня, огня Святого Духа, огня Божьего присутствия. О май гуталата седевер крайс. Я прошу Тебя, Господи, дай сейчас людям пережить присутствие огня в тех зонах, где есть какая-то болезнь. О май гуталапина глестас мари фруда реде берта саламил клайс. Господь, я благословляю сейчас. Я благословляю. Кто сейчас уже испытывает тепло или огонь, помашите рукой. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что это тепло уже разливается. Пусть оно умножается. Пусть оно умножается до огня Твоего. Боже, слава Тебе, что сейчас там, где лежат руки, подходят ангелы. Подходят ангелы и приносят туда Твою природу. Мы сейчас благословляем вас, Божьи воины. Мы сейчас благословляем вас, Божьи ангелы. Проходите, проходите по тем местам, где есть необходимость и здравый смысл. Освящение памяти производите в каждом сознании. Чтобы сейчас блоки, они разрушали. Чтобы болезни, они убирались, чтобы наследственные болезни не оставались в генетике. Во имя Иисуса Христа, исцеляющая энергия жизни, проходи сейчас через эти столбы, столбы нервной системы, столбы памяти, во имя Иисуса Христа. О Господь, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя. Боже, слава Тебе. Если кому-то что-то было больно делать, попробуйте сделать сейчас. Сделайте, проверьте. Проверьте состояние вашего организма. Потому что Господь делает это мгновенно. Он не делает это через часы молитвы. Он делает, потому что Он здесь. Здесь и сейчас. И Он творит это через каждого человека, кто отдал свою судьбу Ему. Боже, я благодарю Тебя, что Твое дыхание здесь. Я благодарю Тебя, что Твоя слава здесь. Я благодарю Тебя, что Твоя победа здесь. Я благодарю Тебя, что Твои результаты среди нас. Потому что Ты живой. И ты воскресший, и ты грядущий, и ты смеешься в лицо врагу. Аллилуйя. И мы смеемся в лицо проблеме. О, слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи, что проблемы — это не наша проблема. О, Боже, проблемы — это твоя возможность. Слава тебе, Готас Майкенеф Рей. Слава тебе, Боже. Я передаю тебе твой народ. Я благословляю этих людей. Тех, которые среди нас, и те, которые за кадром, мы благословляем и туда энергию исцеляющей реки пойти, и туда принести Божье присутствие, и туда принести Божью славу, потому что движение Божьей славы до края земли. И ты объемлешь нас своим присутствием. Слава тебе, Господи! Я хочу благословить врачей, которые будут свидетелями исцеления. Боже, пусть их скептиз уйдет. Пусть они поймут, что Бог живой. Бог живой, и они будут говорить людям: вам надлежит верить, вам надлежит верить, и вера будет изгонять болезни. Поэтому мы каждого врача подчиняем в послушании Иисусу Христу, чтобы они не клеили диагнозы, а давали направление.
направление. Направление туда, куда надо идти, к тому целителю, который на самом деле решает проблемы. Слава тебе за это, Господи. Да будет имя твое благословенно. Если Алексей с Шафаром здесь, то протруби, пожалуйста. Потому что нам нужно сейчас утвердить полное исцеление. Я благодарю тебя, Господь, что твои дети, твой народ может подключить свой шафар. Правильно, Никита? Свой шафар. И мы сейчас, Господь, утверждаем твою победу. Мы утверждаем движение твоего звука. Мы утверждаем над врагом полную победу. О, слава, слава, слава тебе. Слава тебе, слава тебе. Слава тебе, родной. Слава тебе, верный, что от голоса труп пали стены Иерихона. От голоса труп пали стены Иерихона. От голоса труп пали стены Иерихона. Я благодарю тебя, Боже. Я благодарю тебя, Боже, что ты умножаешь звуками шафара голос народа. Слава тебе, слава тебе, слава тебе. И да умножится победа в наследии твоем. Да умножится, да умножится, да умножится. Господь, мы пред твоим лицом, мы пред твоим лицом творим твою волю. Кто верит, что Господь желает, чтобы мы были исцеленные? Аминь, Господи. Слава тебе, что ты тот, кто хочешь, чтобы мы были исцелены. А намерение твое не может быть остановлено, даже нашим сомнением. Поэтому сомнение исчезает от Божьего присутствия, а вера поднимается в каждом сердце и в каждой судьбе. Присаживаемся в Божьем присутствии, друзья. Приглашаю сейчас сюда тех, у кого день рождения был или будет еще в июне. Проходите, детки Божьи. Кто верит, что благословляющий благословится? У нас есть такая прекрасная возможность благословлять детей Божьих. Выходите, выходите, поторапливайтесь. Рожденные в это время благоприятное, летом, выбегайте под благословение Господне. Сначала хочу рассказать вам притчу. Однажды вечером мужчина остался дома, чтобы написать доклад. Но маленький сынишка бегал вокруг него и очень сильно ему мешал, он не мог сосредоточиться. И тогда он взял из журнала, вырвал страницу, где была нарисована очень красочная карта, карта мира. Дал мальчику, разорвал сначала на мелкие кусочки и сказал: «Собери как пазлы, и потом придешь, я тебе дам на мороженое». Он думал, что он мальчика отправил надолго. Но мальчик через буквально 7-10 минут вернулся, и отец спрашивает: «Как ты так быстро справился?» Он говорит: «Ну, это для меня не было очень сложно, потому что на обратной стороне был нарисован человек. Я перевернул все листочки, собрал человека, и у меня получилась карта. Я подумал, что если человек правильный, то и мир будет правильный». И тогда отец понял, вот тема моего доклада. Если человек правильный, то и мир будет правильный. И я сейчас хочу вас благословить от имени церкви всей, хочу благословить вас Словом Божьим и хочу благословить силой преображения от Слова Божьего. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Пусть премудрость слова, растворенная вашей верой, мы сегодня как раз о вере молились, надо, чтобы слово было растворено верой, растворенное вашей верой, принесло в вашу жизнь благословение и в жизнь окружающих вас. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится. Род правых благословится. Когда мы преображаемся от Слова Божьего, преображается все вокруг. Я хочу благословить вас преображением всего вокруг вас.
Ваши семьи, ваши дома, ваши рода, пусть это как круги по воде распространяется по городу, по стране, по миру. Благословит вас Господь. Давайте помолимся за этих прекрасных людей. Прострите на них свои руки и благословим их на этот прекрасный год жизни от мала до велика. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты родил на эту землю этих прекрасных мужчин и женщин, этих прекрасных детей, которые родились в июне. И мы просим Тебя сейчас, Господь, ходатайствуем за каждого из них, чтобы Ты, Господь, коснулся их особенно в этом году. Мы благословляем их от Твоей щедрой руки, Боже. Пусть Твои дары будут на них. Пусть Твои, Господь, возможности в них поднимутся. Пусть, Господи, вера их укрепляется, и Слово Божье растворяется их верой. Пусть, Господи, будут благословенны их семьи. Пусть благословенны будут их рода. И мы еще раз повторяем: род правых благословится. Род правых благословится. Благословляем вас, драгоценные, здравием, крепостью, миром. Пусть шалом будет в ваших сердцах и семьях. Аминь. Церковь, добрый день. Для кого он добрый? Вы знаете, вот сейчас то, что началось служение с самого начала, я где-то так вдохновился, причем здорово вдохновился. Бог сегодня тоже хочет вас вдохновить словом. Оно уже здесь в какой-то форме даже здесь звучало. Скажите, пожалуйста, кто из вас сегодня находится в той или менее в рабстве, в духовном? От болезни, от зарплаты, от радости. Может, радости у кого-то нет. Спасибо за откровение, что у вас они все-таки, проблемы эти еще у кого-то есть, но я думаю, что Господь и эти проблемы уберет. Я хотел бы вместе с вами сегодня поделиться словом, которое многие вы знаете. Многие так или иначе касались этой темы. Это тема Египта. Я когда рассматривал книгу Исхода Ветхого Завета, убедился в том, что, вот представьте себе, прошло не 1000 лет, правда же? Выводит ли сегодня ли Господь народ свой из Египта, из рабства, или нет? Выводит. То есть выводит, значит, проблемы все-таки не существуют и есть. Если прочитать Исход, то мы там коснемся, когда Моисей с Аароном пошли по повелению Бога к фараону. Он предложил им, фараону, что отпусти народ Израиля, чтобы мы поклонялись Господу. Итог какой? Фараон говорит: я не знаю никакого Господа, и не надо мне здесь говорить ненужные вещи, и тем более тратить на это время. Пустые речи там так написано. И фараон, чтобы они не тратили пустые речи, он сказал: сегодня не давайте больше соломы для изготовления кирпича. Вы теперь будете собирать эту солому сами, но чтобы качество и количество кирпича не убавлялось. То есть он загонял еще в более-более кабалу. Кому знакомо такое состояние из вас? Когда вы приходите на работу, а вам начальник говорит: давай, хватит тут болтать, давай, иди работай. Было такое? И что с этим следует? Когда начальник такие вещи видит, он начинает народ свой загружать. Ведь в принципе ничего не изменилось. Та же самая система, она дошла до нас, докатилась. Ничего не изменилось. Но когда пришел Господь именно туда, он говорил: я хочу, чтобы вы, народ Израиля, чтобы вы, мои дети, были свободны. Чтобы вы были свободны. Откуда начинается, друзья, свобода наша? Она начинается с мысли. Если же я понимаю, что я свободен, я не даю никакого повода инородным мыслям помещаться в моей голове, тем более, что укрепляться. Я верю, что Бог очень желает этого. Я хотел бы прочитать вам некоторые стихи. Это уже в Римлянах,
это уже Новый Завет. И Павел говорит очень интересные вещи, удивительные вещи. Он обращается к вам. «Ибо я весьма жалею увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Какие эти же утверждения могут быть? Далее он говорит также: «Преобразуйтесь». Чем? Да, да, обновлением ума вашего. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Испытывающий сердца знает, какая мысль у духа. Вот какая сегодня у тебя мысль? Мы сегодня будем сеять, как говорят, семена. Какие мысли у тебя приходят, когда ты начинаешь сеять семена? В то здоровье, за которое вот только что молились. Или за ту проблему, которая у тебя образовалась в жизни твоей. Или за ту радость, которая у тебя не существует. Во что ты сегодня сеешь? Я убежден в том, что ты знаешь, когда вот я, допустим, имею грядку у себя на даче, я не посажу туда одно семечко, я не посажу туда одну маленькую горошинку. Я, наверное, посажу столько, чтобы мне хватило этого, правда же? Кто сеет сегодня с запасом, друзья? Что-то как-то рук маловато. Я предлагаю вам сеять с запасом, друзья, потому что зима не за горами. По слову вашему да будет вам. Но слово, оно будет только тогда, когда у вас мысль ваша сформируется в правильном русле. Когда вы будете думать правильно. В этой же главе интересно. Павел, кстати, он вот, молодец. Предупреждает. 18 стих 1 главы. «Ибо откроется гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». О чем он говорит? Он говорит о том, что, друзья, вы не такие, какие вы думаете о себе. Вы молодцы, вы сильные, вы справитесь. И всякая неправда – это не ваша. Есть истина, которая выше всякой неправды. Не думай о себе, что ты слаб. Не думай о тебе, что у тебя не получится, что ты не можешь этого. Я знаю, что с Богом ты все возможен. Ты все можешь сделать. И если вы сейчас будете сеять, я знаю, что Господь благословит каждое сердце. Тем более, что если ваши мысли правильны, при понимании того, что ты сегодня держишь, что ты сегодня хочешь с этим сделать, во что ты сегодня хочешь это вложить, чтобы это выросло. Ибо семечко, оно должно что сделать? Оно должно умереть для себя прежде всего, правда же? Пускай вот это семя сегодня, друзья, она даст для каждого из вас новую жизнь. Особенно в нашем разуме. Преображайтесь обновлением ума вашего. Аминь. Встанем, помолимся. Господь Отец, Бог наш, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты выводишь нас на свободу. Во имя Иисуса Христа. Пускай эта свобода приходит в наш разум, в наш ум, в наш дух и в наше тело, Господь, чтобы оно тоже было свободным от всяких болезней, от всяких ненужных привычек. Во имя Иисуса Христа, Господь, благослови сегодня свой народ свободы в сердце, в разуме, в мыслях. И пускай, Господь, все, что мы принесли сегодня для Тебя, Господь, оно принесет нам много радости, Господь, и много плода. Во имя Иисуса Христа. И скажи на это «Аминь». Сияние царя, блеск величия, вся земля поет и радости поет. Он свет одел себя, и в страхе меркнет тьма. От голоса Его, от голоса Его. Наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик. Пусть видят все наш Бог, наш Бог.
Господь наш триедин, Дух, Отец и Сын, и огнецонный лев, и огнецонный лев. Наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог. Наш Бог так велик, наш Бог. Наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог. Наш Бог так велик, наш великий Господь, Его имя превыше всех имен. Он превыше всех имен, все хвалы достоин Он. Еще раз церковь споем все вместе. Слава Тебе, что Ты великий. Слава Тебе, что Ты славный. Мы поклоняемся Тебе, потому что Ты верный. Потому что в присутствии Твоего взгляда плавится металл. Пусть сейчас расплавятся любые перегородки, любые препятствия. Все то, что мешает людям приходить к Тебе, пусть оно расплавится. Пусть оно удалится. Пусть, Господь, все, что мешает слышать Твой голос, оно сейчас замолчит. Всякая буря, всякий вражеский глаз, умолкни в присутствии Царя царей. Каждая мысль да будет подчинена Тебе, Боже, потому что мы здесь, чтобы, уповая на Тебя, продвигаться вперед. Мы здесь, чтобы служить Тебе и дальним, и ближним, чтобы служить в Царстве Твоем, тем посланием, которым Ты с нами делишься. И я благодарю Тебя, что Ты сказал, что мы письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое. Кого сегодня прочитывают внутри нас? Кого сегодня в нас узнают? Боже, я благодарю Тебя, что Ты хочешь, чтобы узнавали Тебя. И мы хотим, чтобы Ты дал нам преображение внутри нас в Твой образ сияющий, славный, величественный, благословенный. И я благодарю Тебя, Раби, что Ты учитель совершенный, а мы Твои ученики. И помоги нам тоже усовершаться в Твой образ и в Твое подобие, приобретая плоды Духа и дары неба в нас. Пусть в этих плодах будут видны. Во имя Иисуса Христа я подчиняю каждую мысль послушания Христу и отдаю Тебе, Боже, это время благословенного послания. Во имя Иисуса Христа.
Аминь. Присаживаемся в Божьем присутствии, друзья. А, нет, извините, извините, мы сейчас сначала скажем слово. Это моя Библия. Я имею то, что в ней я имею. Я могу. Да, молодцы. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю. Мое сознание готово. Мое сердце открыто. Принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда. 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 Во имя Иисуса Христа, аминь. Да будет так, да будет поставлена печать на все то, что мы с вами говорим и делаем. Присаживаемся теперь в Божьем присутствии, друзья. Кто из вас размышлял над темой, что значит умереть для себя на прошлой неделе? У кого были какие-то свои откровения на этот счет? Кто получал какие-то Божьи коррекции? Есть такие, слава Богу за вас, но хочется видеть больше рук, потому что мы здесь не говорим, чтобы занять время, а мы здесь говорим, чтобы практиковать. Я хочу, чтобы сейчас родители посмотрели, дети рядом с вами или нет, чтобы они там не оказывались сейчас на долгий срок вне внимания. И если из группы порядка кто-то отправит вам детей, то знайте, что они на это имеют право. А мы сегодня продолжим с вами говорить как раз о деталях этого явления, что значит умереть для себя. И у меня такой вопрос. Можно даже не поднимать рук, для себя просто ответить на него. Кому трудно не оправдываться? Ну, если вас кто-то обвинил в чем-то. Трудно не оправдываться. Кто готов поднять руки? Я думаю, что, друзья, это касается каждого. Это касается каждого. Почему? Потому что у нас есть физиологическая потребность быть оправданными. Это базовая потребность – быть оправданными. И вот слово, которое прозвучало у меня на старте недели, с которым я хочу сегодня с вами продвинуться в определенную практику христианского взгляда на себя не только в теоретическом плане, а в практическом. Вы знаете, интересную фразу я услышала. Оправданные не оправдываются. Оправданные не оправдываются. У меня это вызвало вопрос, как, Господи? Ведь на самом деле столько несправедливых моментов в нашей жизни бывает. И если только идти и по жизни, так скажем, слышать все то, что говорят твой адрес, ведь так хочется оправдаться. Но есть такое слово, которое мы не всегда переносим на этот счет. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Ведь оправдание, оно еще и предусматривает найти виноватого. Если ты не виноват, то кто-то в этом виноват. В каком-то происшествии, в чем тебя обвиняют. В каких-то событиях, в чем тебе сейчас претензии предъявляются. Но Господь говорит, дайте место гневу Божьему. Вы знаете, интересное выражение. Дайте место. Другими словами, если ты занимаешь его, то Бог уже не вступает на эту территорию. Поэтому если ты начинаешь оправдываться, если ты начинаешь навешивать какие-то ярлыки на кого-то, даже если он не прав, то ты занял позицию неба. И Господь говорит, ты мое место занял, а теперь ждешь, чтобы я разобрался. Дай мне место. А это место, когда у меня наступит мой срок, моего времени, я это сделаю. В свое время я уже делилась этим своим личным переживанием, когда было очень много несправедливых речей в мой адрес, и причем звучащих, так скажем, в народ с разных трибун. И я просила своего отца, который тогда был епископом в церкви и вообще служителем, я говорю, папа, почему столько несправедливости, и ты даешь этому быть? Ну дай мне хотя бы несколько слов сказать в защиту, если ты сам не защищаешь.
он говорит, Бог защитит. Потому что он знал, что это несправедливо, и он имел власть это остановить. Но по всей вероятности, вот то, что мне тогда было больно, мне тогда было непонятно, неприятно, мне казалось, он не хочет меня защитить, и это несправедливо. Но когда Бог вышел на арену, спустя год, правда, вот год надо было жить в непонятном состоянии. Год надо было жить и задавать Богу вопросы. Господи, а ты что, не видишь это? А ты что, не слышишь? Ты этого не чувствуешь? Ты это не понимаешь? У меня разные были вопросы в адрес неба. Но урок, который я извлекла за этот год, он мне на всю жизнь несет сегодня огромное благословение. Бог защитит. Главное, тебе надо дождаться своего времени. И если ты оправдан, то не оправдывайся по-человечески. Но действуй, исходя из того, что у Бога для нас есть свои предложения. Потому что тогда, когда мы читаем такие места Писания, как у Иакова написано, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Если бы люди знали, что такое плоды Духа, которые мы здесь приобретаем для вечности, то они были бы готовы гораздо большую цену положить и гораздо от большего отказаться, чтобы этих плодов было больше. Именно потому, что люди далеко не всегда понимают, какие плоды в вечности будут оценены. А это плоды как раз нашей личности. Плоды Духа – это плоды характера. Плоды Духа – это то, что является измененной, преображенной нашей сутью. И вот тогда, когда происходит обработка нашего характера, то туда начинают попадать определенного рода стрелки. Или какие-то камешки, или какие-то бури. И Господь говорит, ты кем себя сегодня видишь? Потому что то, что касается оправданных или тех, кого оправдывает Господь, в противовес есть обвинитель братьев. И вы знаете его, да? Обвинитель братьев. Поэтому если у него даже такое имя, обвинитель братьев, неужели он это не будет делать? Он обвиняет тех, кто рядом, но он обвиняет и тебя также, чтобы тебе захотелось сейчас оправдаться. Вы знаете, есть такое слово у пророка Исаии, «И никто не возвышает голоса за правду». Что это за слово? Оказывается, оправдывать могут оправданные, обвинять – обвиненные. И поэтому тогда, когда у тебя есть больше желания кого-то обвинить в твоих бытовых речах, в твоей просто жизненной позиции, когда ты называешь одного или другого, который виноват, и ты видишь это справедливым. И, может быть, даже со стороны других людей это тоже кажется справедливым. Но если в твоей судьбе много такого, что ты видишь виновность кого-то, и ты это констатируешь, то имей в виду, сам ты еще не живешь в оправдании. Потому что как только в тебе и во мне поднимается природа оправдания, нам хочется оправдать человека. Нам хочется найти для него выход. Нам хочется сказать, Господь, ну помилуй его, ну окажи ему милость, как и мне ты ее оказал. Посмотрите, природа оправдания внутри сразу поднимает голову и говорит, Господи, обвинитель братьев сейчас на него столько навешал, но я хочу, чтобы ты оправдал его, чтобы ты вышел ему навстречу. И вы знаете, что Богу это нравится, когда мы ищем оправдание, потому что он говорит, тем самым ты показываешь, что внутри тебя моя природа оправдания выросла. А когда ты легко попадаешь под обвинение, и кто-то тебе сказал, и ты опять пошел по ложному пути, то Господь говорит, знаете, что наступит всему свое время, и плевелы, и пшеница вместе созреют на одном поле. Я не позволил вытаскивать плевелы раньше времени, но когда созреют, вот тогда ангелам своим я повелю, не людям, ангелам вырвать. И первых он вырвет плевелы и соберет их. А потом уже пожнет пшеницу. И, соответственно, Господь желает, чтобы каждый из нас на этом поле остался пшеницей, не заразился от природы плевела. И тем самым Он предлагает нам просмотреть себя на этот предмет. Насколько я часто и много осуждаю, обвиняю себя или другого.
Вы знаете, что интересно? Есть правильный суд, который нам важно к себе применять. Это суд над грехом. И это, кстати, является очень хорошей платформой. Посмотрите, когда кто-то вас обличил. Это даже, так скажем, просто коррекция. Не всегда, может быть, она в хорошем тоне сказана, в приятном тоне. Не всегда от приятных нам людей мы что-то подобное слышим. Но если это справедливо в наш адрес, какова тоже реакция? Как правило, люди, которые привыкли оправдываться, начинают оправдываться. Или говорят, ну я же не хуже другого. Вы знаете, друзья, нетрудно быть не хуже другого, особенно когда вы для себя избираете объект пониже себя. Вот это нетрудно сделать. Посмотреть на тех, которые сегодня вообще цели жизни не имеют, а у меня она есть. Посмотреть на тех, которые, может быть, дома не имеют, а у тебя он есть. Посмотреть на тех, которые, может быть, еды маловато, а у тебя в избытке. Посмотреть на того, который вообще над собой не работал, а ты хоть что-то достиг. И поэтому ты можешь сравнивать себя с другими всегда и иметь плюс в свой адрес. Но насколько труднее быть лучше самого себя вчерашнего? И вот это как раз то, что нам предлагает Господь делать. И когда Он приносит нам какие-то свои лучи света и говорит, посмотри, вот в этой жизни у тебя есть, вот в этой сфере жизни у тебя есть то, что надо преобразить, надо изменить. Но для этого тебе не надо туда идти с осуждением себя, а осуди грех. И назови это передо мной и скажи, Господи, да, это грех в твоих глазах. И причем, если грех предыдущих дней, он был ярко выражен для всех, то грех сегодня, это может быть неправильное слово, потому что оно начинает искажать твое направление. Это может быть неправильный взгляд на кого-то. И Господь говорит, не надо тебе это тебя удерживает от прорыва, это мешает тебе пройти вперед. И потому Он начинает эти вещи указывать. И как только ты обнаружил, ты не говори, Господь, а меня вот тот вынудил так сказать. Вот это и есть оправдание. Но если ты в позиции уже оправданного, то тебе нетрудно сказать, да, Господь, вот здесь я не был неправ, прости меня. И вот это делает фундамент для плода Духа в нашей жизни. Это закладывает фундамент для прорыва там, где мы его не имели. Поэтому Господь говорит, вот что такое умирать для себя, это обнаружить те сферы, где кривые. Но я вас за них не осуждаю, а я вам показываю, что это не ваша природа. Она навязана ложными идеями, дьявольскими предложениями, она навязана обвинителем братьев, а вам я предлагаю жить в оправдании. Я оправдан. Я оправдан. И даже тогда, когда человеку, допустим, очень трудно бросить какую-то зависимость, и если ты будешь говорить, а я оправдан, то обвинитель оставляет территорию твоего разума. И в этой оправданной позиции у тебя приходит сила побеждать грех. И потому оправданные не оправдываются, а живут в оправдании. Живут в оправданной позиции. И тогда, когда мы с вами можем посмотреть, как это было с Давидом, мы неоднократно эту тему трогали, но я хочу сегодня посмотреть на нескольких примерах тех людей, которые умели вот так жить уже в Ветхом Завете. И в Новом Завете ничего Иисус в этом плане не поменял, а предложил жить также в этой схеме. И сказал Давид людям, стоявшим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида, и сказал, зачем ты сюда пришел? И на кого ты оставил немного овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Скажите, пожалуйста, это было справедливым обвинением в адрес Давида? Мы знаем по контексту и его жизни, и этих глав, нет, это было несправедливо, тем более Елиаф, мы уже тоже неоднократно говорили, он был уличен Богом в неправильном сердце. И из этой картины мы хорошо видим, тот, кто обвиняет тебя сейчас, он обвиняет, исходя из кривизн своего сердца. И этим самым он показывает, что он из себя представляет. И таким образом для нас это картина, которая позволяет нам либо тоже его обвинить за то, что он вскрыл свое сердце, либо сделать как Давид, а еще лучше помолиться к Богу об этом человеке, потому что Бог тебе что-то приоткрыл в нем нездоровое.
А почему важно помолиться об этом человеке? Потому что мы члены тела Христова друг другу. И когда есть болезнь в ком-то, то это не может нас радовать. И оправдание личное, только себя самого, оно не сделает все тело здоровым. Но тогда, когда мы начинаем умирать для себя, а видеть глобальность картины, то Господь говорит, да, вот если ты сможешь обнаружить ту часть в тебе, которая не исцелена, и придешь ко мне, то я ее исцелю. Я исцелю, я дам тебе способность сострадания и милосердия, о чем мы сегодня уже слышали, что предлагал Никита. Потому что сам Бог положил в его сердце это слово. Итак, и сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? И отворотился от него к другому и говорил те же слова. И отвечали ему по-прежнему. И услышали слова, которые сговорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. Посмотрите, какой итог у этой реакции, правильной реакции Давида. Кто из вас может так легко, выслушав обвинение, отвернуться и говорить о том, о чем ты говорил? Вот честно, если признаться себе, как легко. Просто отвернулся, как будто ты не слышал ничего. Друзья, это тот уровень, куда нас Господь зовет. Давид был юношей, всего лишь юношей. И этот экзамен, который он там сдавал, он был один из простых, потому что впереди у него были экзамены гораздо большие по масштабности. Но здесь ему надо было сдать хотя бы этот и посмотреть. Но сдав этот экзамен, он получает еще право сдать и следующий, убить Голиафа. Но экзамен первый – это не отреагировать на обвинителя, который тебе шепчет в уши или говорит при людях, потому что в данном случае его брат не отвел в сторону, не сказал ему корректно. Ты знаешь, Давид, не совсем хорошо, что ты пришел в таком юношеском возрасте и будешь смотреть на поражение Израиля. Ведь это он имел в виду, что он хочет показаться красивым в глазах Давида и сильным, а тут они все трясутся от Голиафа. И ему нехорошо было от того, что Давид, его младший брат, так видит. Но в конечном итоге мы читаем, друзья, то, что Давид, когда убежал от Саула в будущем уже, то вся его семья и все эти братья пошли за Давидом. Потому что увидели в нем вот этот стержень, увидели в нем вот эту непоколебимость и даже лучшие условия оставляют ради того, что Бог с Давидом. И они за ним пошли. Итак, друзья, экзамен, который сдавал Давид, для него он оказался впоследствии всего лишь ступенькой, чтобы потом сдать большие экзамены. Поэтому если только ты увидишь в своей жизни, кого тебе надо, кстати, в моменте осуждения, обвинения, либо того, что человек чувствует себя нехорошо, лежит тоже обида. В основе обвинения лежит обида. И поэтому мы опять и опять возвращаемся сюда. И вы знаете, когда одна женщина должна была получить исцеление, потому что Бог ее повел по этой дороге, исцеление от онкологии уже последней практически степени, то он ей предложил пройти через освобождение от всякого непрощения. Она говорит, Господи, ну я уже простила свою свекровь. Она сказала, да, я говорит, уже с Богом поговорила об этом с тобой, и с ней поговорила, и ты это знаешь. Господь говорит, да, я знаю, что ты это сделала. Ну а что ты тогда мне опять предлагаешь ее простить? Говорит, а ты ее не отпустила из сердца. Друзья, стадии разные. А как это увидишь? Возможно. А ты говоришь, как только подумаешь об этом, тебе больно. Есть ли такие уровни у вас непрощения? Вроде бы я это сделал, вроде я назвал. Как только посмотрю в ту сторону, а мне больно, то сделай этот шаг и с причастием отпусти. Отпусти обидчика и скажи, Господь, я не буду оправдываться перед глазами этого человека больше. Я не буду оправдывать себя в окружающем мире. Я просто принимаю Твое оправдание. Я хочу жить в оправдании. Я хочу слышать Твое оправдание в своей жизни. Потому что есть такое слово из Исаии. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Обратите внимание, что здесь написано, что это оправдание от меня для кого? Для какой категории людей? Мы очень часто это слово применяем. Когда на нас, может быть, какие-то несправедливые судебные иски или еще что-то, мы начинаем это слово брать как исповедание, говорим, Господи, Ты сказал, что ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешно. Кто уже применял это слово?
и применял неоднократно, всегда ли оно было успешно? В каждой жизни по-разному. Когда-то было успешно, когда-то что-то не срабатывало. И тогда возникал вопрос: Господи, а что не так? То я хочу сказать, друзья, тут есть такое слово «для рабов». Наследие для рабов моих. А что это значит? Для тех, кто свою волю подчинил полностью моей. Тогда, когда ты идешь на судебные разбирательства с обидой и с болью, то ты идешь не как представитель неба, а ты идешь как просто обычный человек. И поэтому ты там можешь получать поражение. А вот тогда, когда ты идешь как раб, имеющий право на наследство, потому что воля твоя, суть твоя, жизнь твоя, судьба твоя ему подчинены, то ты говоришь: Господи, сразись за меня. Ты сказал не мстить, а отдать тебе место. Все, я отхожу в сторону. Я тебе это место отдаю. Я не знаю, когда ты выступишь в этом месте, но я точно знаю, что ты это сделаешь, потому что я не на себя уповаю, а на тебя. И в этом, друзья, итог нашей жизни, он будет настолько красивее, чем мы сегодня его имеем, настолько лучше и качественней, чем мы себе его можем представить, потому что Божьи пути для нас, у него есть такое имя – Судья Справедливый, Судья Праведный. И тогда, когда люди не могут заступаться за правду, потому что не видят в себе уверенности, лучше отойдут в сторону, вместо того, чтобы идти и сразиться, потому что помните этот момент, когда привели ко Христу кого-то, женщину. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, и он сел их учить. Это Иоанна 8 глава. Но если мы посмотрим 7 главу, после чего он пошел на гору Елеонскую, сейчас я не буду прочитывать, вы можете дома посмотреть, а в 7 главе там масса обвинений в адрес Иисуса. Там фарисеи начинают между собой как раз вот эту коалицию составлять, кто же его возьмет в конце концов, кто же сможет его остановить. Они все вокруг него ходят, а Иисус, уходя от них, когда все разошлись по домам, слишком затянулось это общение, заканчивается 7 глава, и все разошлись по домам. А Иисус пошел на гору Елеонскую. Он не пошел в дом, он пошел на молитву. И вот тогда, когда он пробыл эту ночь в молитве, он спускается с горы, и вокруг люди, которых он начинает учить. Весь народ шел к нему, и он их учил. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние». Вот скажите, пожалуйста, когда мы сейчас говорим послание Божье, и кто-то сейчас придет и скажет: вы знаете, вот этот человек согрешил, разберись-ка с ним. Как мы себя вот почувствовали бы? Это, во-первых, внедрение совершенно инородной природы на то послание, которое есть у Господа для нас. И там было то же самое. Каждое слово Иисуса, оно имело большой вес. Оно имело огромное значение. Всего лишь 3 года его обучения, они так дорого стоили. И тут кто-то приходит и, значит, обвиняет в грехе, обвиняет в блуде женщину. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. А ты-то что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь обвинение его против него, к обвинению его. Искали обвинить Иисуса. И потому они сейчас подстраивали вот такие истории. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжили спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. Вот она, природа обвинителя внутри, она сразу поднялась. Оказывается, я виноват. И вот Господь приговорит: когда ты пытаешься кого-то обвинить, спроси, чтобы я тебе глаза на тебя открыл. И как глаза открою, для тебя это будет движение вперед, а не назад. Потому что я не тот обвинитель, который хочу тебя там оставить, а я оправдывающий, но того, кто обвиняет грех внутри себя. Того, кто говорит: я больше с этим не партнерствую, я больше это не скрываю, я это несу к свету. И потому, Господь, я хочу быть победителем в собственной судьбе. Я хочу стать лучше себя вчерашнего. В каждом дне я хочу стать лучше себя предыдущего. И в этом смысле, друзья, оправдание нам принадлежит. Господь говорит: да, я тебя оправдываю, я тебя не обвиняю. Когда ты видишь грех и обвиняешь его, то мне уже не надо ничего делать, ты это сделал. Но когда ты это не делаешь, тогда мне приходится это поднимать и в самый неподходящий момент. Еще один важный период в жизни
человека, который, вы знаете, долго не сбываются какие-то, может быть, наши мечты, и нам кажется, что Господь забыл эту историю. Забыл или как ты оставил в стороне. Но если мы посмотрим, какие у него долго вперед идущие, прогрессирующие процессы, то мы совсем по-другому будем смотреть и на себя, и на то, что мы проходим. Вы помните историю Авраама и Лота? Что покажется, кто выиграл в этой ситуации на старте? На старте Лот, очевидно, Лот. Потому что он смог выбрать лучшие пажити. Овец много, скота много, и он выбрал лучшие пажити. И вы знаете, когда мы посмотрим, вот у нас 22 июня недавно прошло, война, которая была, кто выиграл? Какое-то такое непонятное движение. Мы сейчас не говорим о России, воевал Советский Союз. И воевали две системы на самом деле. И эти две системы, они обе проиграли. Несмотря на то, что выигрыш, он был на стороне Советского Союза. Фашизм был худшей системой, чем коммунизм. Поэтому он первый пал. Но посмотрите, что с людьми в Германии произошло. Они осознали вину нации, что позволили такому монстру вырасти на их площади, на их земле. И они взяли эту проблему на себя и принесли ее к Богу и сказали: «Господи, прости нас за это». И что мы сегодня видим с Германией? Она процветает. Сегодня народ там благополучно живет. А что мы видим с победителями, которые не признали свою вину? Сегодня нам нужен Бог больше, чем раньше. И хорошо, что Он нужен, но с другой стороны, без признания своей вины нельзя пройти вперед. Обвинить грех, обвинить эгоизм, обвинить амбициозность, обвинить все то, что могло перекрыть Богу двигаться. Поэтому здесь мы видим Авраам и Лот. Сначала, кажется, Лот выиграл. Но тогда, когда мы читаем, мы на этой неделе читали из книги Неемия, в тот день читаемо было из книги Моисеева «Вслух народа» и найдено написано в ней: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божье вовеки». И там сказана причина. А кто такие моавитяне и аммонитяне? Потомки Лота. И вдруг такой приговор. Они никогда не войдут в общество Господне. А на старте они имели одинаковые возможности, Авраам и Лот. Они оба вышли из Ура Халдейского. Они оба могли видеть Божье присутствие. Авраам зацепился за это и жил этим. А Лот жил тем, что видят его глаза. И поэтому я хочу, друзья, сказать, что все имеет долгоиграющие последствия. Господь, Он видит наперед ситуацию и говорит: сегодня тебе кажется эта деталь маловажная, а я говорю, что оправданные не оправдываются, а дают место моему присутствию, моему гневу, если надо, или моему руководству, коррекции, моему присутствию настолько, чтобы тебя становилось меньше, а меня больше. Вот это жизнь того, кто живет в оправдании. И если мы на самом деле понимаем, что оправданы, то я хочу, друзья, чтобы на этой неделе мы особым образом просмотрели. А ведь будут ситуации, при которых тебе захочется оправдаться. Не оставайся сиротским сердцем, человеком, который ищет оправдание сам. Найди в себе вот эту силу упования и скажи: Господи, помоги мне не оправдываться, но я тебе отдаю эту ситуацию. Вы знаете, друзья, у нас будет масса свидетельств, как Бог будет ступаться, если мы такой образ жизни берем как оправданные люди. Господь, заступись сам. Я не буду себя оправдывать, я отхожу в сторону. Я даю тебе место, Господи, я даю тебе место. Говорите с Богом об этих вещах. Говорите, Он не опоздает. И нам кажется, Он сию минуту вступит. А Он говорит: я найду момент, когда я это сделаю. Мне главное, чтобы ты был тем земледельцем, который долго терпит и ждет ранний дождь и поздний дождь, и урожай придет. И эти плоды будут от меня тебе даны. И эти плоды, которые будут во славу моего имени. Эти плоды, которые тебя сделают похожим на меня. И перспектива вечности, она будет обеспечена вот таким плодоношением. Итак, друзья, когда мы с вами смотрим послание к римлянам, кого он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Вот такие простые, но очень емкие слова здесь сказаны.
предопределил. И ты можешь сегодня благодарить Бога за то, что Он тебя предопределил. Это очень важное слово. Он видел тебя и меня до нашего рождения. Он предопределил от старта начала человеческого пути. Он оттуда уже видел, что ты и я будем в числе Его народа. Он нас предопределил. А когда предопределил, то Он и призвал. Позвал, и теперь после этого те, кто призвал, оправдал. И вот призванные оправданы, а оправданные и входят в прославленность своего царя. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Если кто-то на тебя что-то скажет, ты можешь сказать ему ли в лицо, либо просто Богу, Господи, ты сказал, кто может обвинять избранных Божьих? Кто? Бог меня оправдывает. Бог меня оправдывает. Это так сильно, друзья, когда мы понимаем, что нас оправдывает Господь. А что такое Божье оправдание? Когда Он говорит, невиновен. Невиновен. Друзья, и когда это звучит, когда мы на самом деле, сознавая какие-то вещи, в Его милости Он что-то показывает, я говорю, Господи, прости, да, мне не надо было так сейчас говорить, мне не надо было так себя вести, прости меня. Он говорит, невиновен, оправдан. Не надо долго ждать, уже оправдан. Иди и впредь не греши, как он сказал той женщине. Иди и впредь не греши. Он ее не обвинил, говорит, где твой обвинитель? Я тебя тоже не обвиняю. А впредь не греши, этим самым он говорит, я тебе даю источник силы, и у тебя все получится. Потому что если он сказал, да будет свет, свет пришел. И поэтому, если он говорит, иди и не греши, он говорит, у меня есть источник силы, чтобы ты выходил победителем. История Даниила, которая нам известна в 6 главе, когда его бросили в ров. Но до этого были интересные события. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. А над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить над ним всем, на его над всем царством. Тогда князья-сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен. И никакой погрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья, сатрапы, приступили к царю и сказали ему, царь Дарий, вовеки живи, все князья царства, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить кого-либо, какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Посмотрите, маленькая ложь. Все князья и все сатрапы. Даниила там точно не было среди их совета. Значит, уже не все князья, всего три князя было. И из них одного нет, это одной трети нет. А они говорят, все князья согласились. Они обманывают и тем самым подводят царя вот через эту льстивую фразу, чтобы никто не просил тебя, кроме ни у кого, кроме тебя, царь, в течение 30 дней. Вы знаете, что я из-за этого могу сегодня сделать вывод? 30 дней – это критический срок. Если в течение 30 дней человек пренебрегает Божьим словом, молитвой, его жизнь засыхает. Поэтому Господь дает нам через эти примеры, через эти числа определенное знание. Питай себя живой водой каждый день. Питай. И вы знаете, когда имел Даниил вход к царю, легко. Он один из первых князей, которого хочет поставить царь. И вот теперь узнает Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел. А куда он пошел? К царю? Сказать, царь, это несправедливо. Я хочу обращаться к своему Богу. Он, наверное, мог бы как-то договориться с царем, ведь у царя особое благоволение к нему. А он к нему не пошел. Куда бы пошел ты, имея такие возможности? Это тоже важно честно ответить. Как бы ты стал молиться? Потому что в данном случае Даниил открыл окна в горнице против Иерусалима и три раза в день преклонял колени и молился своему Богу. Как он и сделал это прежде? Для него этот указ не имел никакого значения. И не потому, что он пренебрегал Дарием, а потому, что у него есть внутри понимание, он оправдан. Он делает то, что правильно в глазах неба. И в этом смысле, друзья, Бог обязательно заступается.
когда ты бескомпромиссен в своих решениях, когда ты стоишь на этой платформе небесных возможностей оправданного человека, ты предопределен, ты призван и ты уже оправдан. А теперь осталось войти в славу. И вот чтобы войти в славу, то здесь нужны какие-то сданные экзамены. И в данном случае Даниил эти экзамены сдает. И Господь говорит: я хочу, чтобы вы были внутри себя с полноценным пониманием и ощущением оправданности. И это не просто какие-то фразы, которые нам известны, а это образ жизни. Оправданный человек виден в образе поведения, в образе отношений, в образе принятия или непринятия поношения на ближнего. В этом виден оправданный человек. Это практическое христианство. И потому Господь говорит: я хочу, чтобы мои дети читаемы были, как письмо, чтобы люди могли узнавать. И подобно тому, что сказал Дарий, который там и сна-то лишился, и пришел к этому устью. Когда пришли те люди, приступили к царю и сказали: знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено. Они его подвели сначала под это решение, а теперь ловушку сделали. И Господь говорит: знайте, что ваши уста – это уста царских детей. Когда вы что-то говорите, это уже не будет отменено, если вы сами за это не покаетесь и не остановите. Оно будет работать. Поэтому будьте внимательны к своим речам, что вы говорите. Если закон медян и персов не может быть отменен, то насколько Божье Слово? Кто его может отменить? А он говорит: жизнь и смерть во власти языка. Поэтому будь аккуратен, что ты говоришь. Произноси слова, которые ты хочешь иметь в своей жизни, потому что тогда вот эти сатрапы, они есть в духовном мире, которые приходят как обвинители и говорят: посмотри, ведь он это сказал, а мы теперь это осуществим. Он же сам это сказал. Поэтому будьте аккуратны и скажите: Господи, я приношу покаяние за всякое неправильное слово, лиши его силы и власти, чтобы не войти в его жатву. И это нормально, друзья, оправданные имеют право так молиться и говорить: Господи, я осуждаю всякое неверное слово, я осуждаю всякие эмоции, которые во мне поднялись, и я не смог их контролировать, но я сейчас принимаю силу оправданного человека, как царственной природы, и я аннулирую покаянием действия слов или каких-то эмоций, или каких-то выражений, удали их из моей судьбы. Я желаю, друзья, чтобы каждый день, когда мы ложимся спать, мы могли анализировать прошедший день, просить, чтобы Господь показал оправданным людям, что нам надо от себя отделить, какую чужую природу, с которой не надо ложиться спать. И тогда Даниил, когда вернулся царь, поутру же царь встал и на рассвете поспешно пошел ко рву львиному. Подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя львов? Тогда Даниил сказал царю: царь, вовеки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. Вот тут он не оправдывается, а просто констатирует: я преступления не сделал, и Бог меня защитил. Друзья, я хочу, чтобы мы жили вот в такой свободе от мнений людей. Вот в такой свободе от обвинения братьев. От обвинителя, который навязывает свои идеи. Вот в такой свободе. Как только тебя в тиски вводят эти неправильные чувства и мысли, скажи: нет, я их не принимаю. Я свободу менять на это не собираюсь. Я хочу жить в свободе. Я хочу служить Богу в свободе. Я хочу поклоняться Ему в свободе, как оправданный человек. И я сам не буду оправдываться. Я обвиняю грех, и я вхожу в оправдание. В оправдание, которое мне подарил Иисус Христос. И короткое слово об оправдании, которое дал мне Господь сегодня утром. Оправдание – это мой подарок человечеству. Ни один человек не может оправдаться передо мной, но каждый нуждается в оправдании. Поэтому есть такая потребность у каждого – оправдываться и попытка защитить себя. Быть оправданным – это одна из потребностей человеческой личности. Но приобретается она не от земли, не среди людей. Подделки подкладываются врагом, так как в случае личного оправдания не включается сила креста. А я предлагаю вам осуждать грех в собственной жизни сразу, как вы это поняли, и приносить покаяние. Именно тогда вступает в силу мой дар оправдания, что делает вас сильными на суде.
Все больше победы, все большие победы складываются из таких каждодневных деталей, когда даете мне место разобраться с каждой провокацией врага. Вы осуждаете грех в своей жизни и каетесь, а я разбираюсь с искусителем и уничтожаю все последствия греха. Тогда плоды Духа начинают расти на ваших ветвях. И исполняется мое слово, плоды им будут от меня. А когда умножается плод, то умножается слава моему имени, и мое царство становится видимым для окружающих в вашей жизни все больше и больше. Да позволит нам Господь в этом слове дать Ему распространить в нас свое царство. Давайте мы поднимемся. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас вместе сказать, что я отказываюсь от провокаций врага. Господь, я принимаю решение осудить любую дьявольскую идею в моей жизни. Прости меня за неправильные слова. Очисти меня от их последствий. Я приношу покаяние за неправильные эмоции, где принял от врага идеи осуждать братьев. Прости меня за это, Господи, потому что я не судья братьям, а адвокат. И я принимаю от Тебя эту природу адвоката. Я принимаю эту природу милости, которая превозносится над судом. И я принимаю силу оправдания, которая живет в моей жизни по милости Твоей, как Твой подарок. Я благодарю Тебя, что мне Твой дар принадлежит. Я дитя царя. И поэтому царский закон позволяет мне прощать и оправдывать тех, кто был против меня настроен. Много или мало, давно или недавно. Я прошу Тебя, пусть ни один пленник не останется в моем сердце. Я хочу отпустить каждого, который был пленен мной. И я отпускаю всякого обвинителя из своего сердца и не позволяю ему обвинять мою жизнь. Потому что Ты меня предузнал. Прежде чем я родился на эту землю, Ты предузнал. Ты захотел видеть меня на этой планете Земля. И Ты призвал меня. И Ты оправдал меня. А сейчас Ты вводишь в славу свою. Я хочу туда войти. Я хочу быть человеком, искупленным во все дни жизни моей, знающим цену искупления. Я благодарю Тебя, что на этой неделе Ты поможешь мне узнавать врага и не пропустить его удар, не пропустить ни одну змею на территорию моего сердца и моих мыслей. Я хочу научиться умереть для себя, но воскреснуть для вечности уже сейчас, чтобы плоды на моих ветвях, они были многочисленные и созрели до полного дня. Благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты мне в этом поможешь. Я принимаю Твое водительство, Твою коррекцию, Твое руководство и Твой покров. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что Ты не обвиняешь, а Ты открываешь глаза. Ты открываешь уши. Ты даешь сердцу чуткость. Ты даешь духу ясность. И мы все это принимаем из Твоих источников в свою жизнь. И хотим идти по этой земле, отражая природу неба, распространяя Твое царство в силе. Благодарю Тебя за это, Господь, что я оправдана. 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 И никто не может это отменить. Оправдание нам от Господа. Оправдание нам от Господа. Оправдание нам от Господа. И Ты сказал, что будут говорить: Господь, оправдание наше! Господь, оправдание наше! И мы говорим эту фразу: Господь, Ты наше оправдание! Да умолкнет враг! На суде да не останется у него ни одного аргумента! Потому что Господь наше оправдание! И оправданные не оправдываются, а принимают оправдание! И мы принимаем его на 100% в свою жизнь, в жизнь своих детей, в жизнь своих внуков, в жизнь своих родов. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Воздайте Богу славу, друзья, что у нас есть упование на такого Бога, который оправдал. Оправдал навсегда.
Если в зале люди, которые еще не оправданы, потому что не приняли этого Христа. Если есть, то мы ждем вас здесь, потому что это возможность принять оправдание. Если есть такие, то поторопитесь, потому что это время для того, чтобы Бог начал действовать в вашей судьбе так, как Он действует в судьбе святых людей. Потому что на самом деле то, что написано, мы читали про Давида, про Авраама, про Даниила, они были подобные нам люди, но Господь начал действовать в их судьбах потому, что они приняли Его оправдание. Потому что они в Ветхом Завете могли уже увидеть эти вещи, а мы живем в Новом Завете. Если есть люди в зале, которые не уверены в своем спасении и не уверены, что они оправданы, а внутри, наоборот, в течение этого слова слышали осуждение, если есть такие, поднимите руки. Поднимите, потому что это для вас возможность. Леночка, дорогая, ну выходи, мы за тебя тоже помолимся. Если есть еще такие, то выходите, потому что осуждение – это не голос Божий внутри нас. Откажемся от всякого осуждения. Откажемся, потому что Господь предназначил нам оправдание. Спасибо за честность. Но если есть еще такие, выходите, друзья. Потому что голос обвинителя, надо его заткнуть своим выходом, своим решением. Надо сказать, ты больше не будешь обвинять меня. Ты больше не будешь обвинять меня. Потому что есть оправдание в Иисусе. Есть оправдание в Иисусе. Слава Богу, друзья, за каждого, кто выходит. Слава Богу за каждого, кто решается сделать этот шаг. Потому что это время благоприятное. Это день спасения. Повернитесь сейчас ко мне. Повернитесь ко мне. Потому что это возможность закрыть сейчас драконову пасть. И сделать это вы можете собственными устами. Как вас зовут? Константин. Давайте мы вместе сейчас произнесем важнейшие слова. Потому что после этих слов у вас в руках появляется документ. Документ, чтобы сказать, враг, ты не имеешь на меня права. Ты не имеешь на меня права. Вы знаете, когда вытаскивается кто-то из плена, то уже ворота пленения закрываются за спиной. И потому Господь говорит, я хочу, чтобы ты больше там не оставался. Чтобы плен для тебя закончился навсегда. Чтобы плен, который сначала начинается с разума, он оттуда диктует человеку ощущение себя. Когда говорит, да какой ты праведник, да какой ты святой, а мы святы не своей святостью, а принадлежностью того, который в нашу жизнь приходит. Слава Богу, друзья, за каждого человека, потому что для каждого сегодня это день свободы. Вы знаете, нет ни одного неважного человека. Вы помните список Шиндлера, да? Когда он в конце уже своей жизни, он плачет. Вроде все радуются успеху, а он плачет. Говорит, я скольких еще мог бы выкупить? Скольких еще мог бы выкупить? Потому что каждый человек на счету, каждый человек, каждая личность так дорого в очах неба. Как вас зовут? Александр. Давайте мы все сейчас помолимся вместе со мной. Позовем на свою территорию того, как Никита видел царственную природу Христа на единороге, который прогоняет врага и приводит его в панику. А для того, чтобы это произошло, закройте глаза, чтобы вас ничто не смущало, и повторите за мной важнейшие слова, на которые небо отреагирует. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что я могу принять Твое спасение и Твое оправдание через Иисуса Христа. И я отрекаюсь от неверия, от сомнения, от обвинения. Я отрекаюсь от его аргументов. Я принимаю статус спасенного человека через Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, что цена за меня уплачена. Иисус, Ты пострадал, чтобы я жил в свободе. Ты взял болезни, Ты взял проклятие, Ты взял грехи и беззакония на себя, чтобы я жил в свободе. И я принимаю эту свободу. И я подчиняю Тебе каждую мысль, послушание Иисусу Христу. И я прошу Тебя, дай мне рождение свыше. Я хочу внутри себя пережить небеса. Я хочу внутри себя пережить перемены. Я благодарю Тебя, что Ты царь, который царствуешь. И я приношу покаяние за всякий грех, который ты таким называешь. И в моей жизни с этого момента он аннулирован. Я не партнерствую больше с грехом и с ложью. Я принимаю истину обо мне, о моем Боге
и о враге, что он уже побежден. И я имею инструмент, я имею оружие против дьявольской лжи в Слове Божьем обо мне. Ибо ты сказал, что нет больше никакого обвинения тем, которые во Христе Иисусе живут Духом. И я принимаю жизнь мой Дух, и она поднимается, а голос плоти замолчи. Благодарю Тебя, Иисус, что Ты научишь меня слышать голос Твой и быть послушным Ему. Научи меня молиться. Научи меня понимать и читать Твое Слово. И дай мне образ мышления праведника. Я его принимаю, как новую одежду. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте славу Богу, что мы забрали аргументы у обвинителя. Забрали аргументы у обвинителя. Слава Тебе, Господь, что мы этих людей переводим в Твое царство. Ты сказал, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. И мы говорим прощение грехов. Мы вам провозглашаем свободу от них, свободу от обвинения. И чтобы вам помочь двигаться вперед, для тех, кто еще не знает, как это делать, вы можете подойти к Верочке, к Людочке, буквально на пару слов. Подойдите и пойдете потом на свои места, потому что выбор за вами, но мы хотим помочь вам двигаться по дороге жизни уверенно. Проходите, те, которые уже знают, куда идут, что делают, можете идти на свои места. Благодать от Твоей любви, благодать.
удел благодать. Это мой удел благодать, не отдел мои. Оправдание от твоей любви, оправдание от твоей реки, оправдание от твоей полноты. Мой удел оправдание, не отдел мои. Я оправдан, Господи. Давайте вместе скажем: я оправдан. Хочу поделиться с вами посланием, которое получила и воплотила. Я увидела, как отец подбрасывает ребенка. И, честно говоря, Бог стал со мной говорить. И я, честно говоря, не помню, как мой отец меня подбрасывал. Наверное, маленькая была. Но когда мой муж подбрасывал мою дочь, там был потолок 3,50. И она чуть головой об потолок не билась. У меня сердце просто сжималось. Но... я знаю, что отец никогда не уронит своего ребенка. Он его всегда поймает. И вы, дети Божьи, отец вас всегда поймает. И если с самого маленького грудного возраста отец подбрасывает ребенка, он учится доверию. И он учится летать. Кто имеет сына Иисуса, тот имеет и отца. И вы в его руках, и он научит вас летать. И учась доверию, вы полетите, как орлы, в доверии Богу. И жатва созрела, она ждет делателя. И вместе с Иисусом мы пожнем то, что посеяли когда-то. Летайте с Господом. Он всегда вас поймает. Я сейчас прочитаю послание, которое прямо было. «Ты мой сын, мое творение, мое благоволение к тебе простерто. Доверься мне, как дитя, я всегда поймаю, я защищаю тебя. Мое присутствие объемлет тебя спереди и сзади, сверху и снизу. Я не оставлю и не покину тебя. Я добрый отец, ты мой сын. Ты не раб и не наемник. Вспомни, кем я сотворил тебя. Помни, кто ты в любом сезоне, в сезоне сеяния и в сезоне жатвы. Возведу тебя на высоты, для тебя недосягаемые. Утвердись в любви и доверии ко мне, и полетишь, как орел. Ты призван летать, я сам научу тебя этому». Жатва принадлежит тебе, и мы вместе будем собирать ее. Аминь. Аминь. Вконтакте появилась группа, называется она «Харуш Арт». И там есть все наши картины, которые, если захотите, можете заказывать и благословлять себя и других людей. Благодарю вас. Благословит тебя Господь и сохранит тебя. Презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Шалом Божий пусть нас сопровождает всю эту неделю и дальше. С Богом!